Украинский танк Т-64 ведет огонь в направлении российских войск. Работает безотказно, хоть и старый. Но чего стоит такая работа машины? Каждый день в холоде и грязи украинским военным механикам приходится чинить машины. Когда очень сильный мороз, машина очень сильно начинает охлаждаться. После того, когда она охлаждается, соответственно, для того, чтобы запустить ее легче и было, запуск для нее был более облегченный, нужно запускать котел подогревателя. Котел подогревателя в такой мороз, для того, чтобы он набрал определенную температуру, там, до 90-80 градусов, и масло хотя бы прогрелось до 60, там, и для облегченного пуска двигателя, ее надо будет греть минут 15, либо 20. Причем порой чинить приходится с помощью подручных средств, ведь не всегда есть запчасти. Пушек на Украине таких у нас уже нету. Тобто она выстреливает свой моторесурс, а для того, чтобы ее поменять, у нас на Украине их нету. Старые советские танки проектировались и создавались совершенно для другой войны, говорят солдаты. Какая стратегия была в Советском Союзе? Массированный танковый удар, танки в линию, по полю, вперед, вперед, с ближней дистанции. Сейчас такого нет, чтобы танки выстроились в одну линию и одним фронтом поехали атаковать противника. Теперь оружие более современное и технологичное, точнее, чем было тогда. Это не имеет смысла. Это самоубийство. Главная причина, почему украинским войскам необходимы западные танки, это безопасность. Советские проектировщики о жизни членов экипажа, похоже, не думали. Западные танки сделаны по-другому. Боекомплект находится позади башни, за защитной панелью. И если даже происходит попадание, экипаж почти всегда остается целым. Это главная причина, по которой нам нужны западные танки. А уже потом, то, что в них есть GPS-навигация, то, что в них есть... Все остальное, GPS, ночные прицелы, тепловизоры, современные средства связи, это все уходит на второй план. Це все уже відходить на другий план. В першу чергу ми в первую очередь мы рассчитываем на наши экипажи. И безопасность экипажа приоритет. Технику можно заменить, но не экипаж. Экипаж замінити дуже важко. В радянській техніці, в советской технике экипаж находится под боевым комплектом, то есть попадание в танк это почти на 100% смерть для экипажа. Смерть для экипажа. Ну и, конечно, западные танки модернизированы и маневрены. Танки образца НАТО, такие как «Леопард», «Челленджер», «Абрамс», имеют встроенные GPS и при остановке очень точно знают, где находятся. Так что с этой точки зрения, если у него есть координаты, он может уничтожить цель первым же выстрелом. Это огромное преимущество. Военные убеждены, что если в украинских войсках будет несколько сотен современных танков, это значительно приблизит их победу.